Тончайшие белые нити искусно сплетены в изящный узор. Эти работы самарской мастерицы Ольги Якуниной выполнены в старинной технике филейно-гипюрной вышивки. Именно таким способом украшали свои наряды и жилища жители Самарской области в XVIII веке. Это рукоделие пришло к нам из Голландии несколько веков назад. В Самаре сложилась своя особая школа. Она более мелкая и тонкая, да, сеточка. Потом она натягивается в рамку и уже составляется эскиз. Да, на бумаге в клетку, и при помощи иголочки и ниточки вышиваются уникальные интересные узоры. Глиняная посуда, плетеные корзины, тряпичные куклы. На выставке представлено все многообразие старинных русских ремесел. На выставке можно увидеть и как одевались наши предки. Здесь есть как традиционный русский сарафан, так и одежда для специальных случаев. Например, как вот эта рубаха для праздника Ивана Купала. В экспозиции выставки «Рожденные в сердце России» представили свои работы мастера из 37 районов области. Основная цель – это, конечно же, простимулировать мастеров декоративно-прикладного искусства Самарской области, чтобы иметь возможность для каждого мастера развиваться, какое-то вот движение вперед, чтобы обязательно происходило. И, конечно же, в рамках таких выставок происходит выявление лучших мастеров. Выставка «Рожденные в сердце России» будет работать в музее Алабино до 27 февраля. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов. События.